Здравствуйте! Сегодня мы готовим с вами куриный рулет с начинкой из сыра и лука. Нам потребуется куриное филе, лук, сыр, соль и перец. Филе курицы мы разделим, каждое малое филе отделим от большого, а большое разделим на две части, отобьем его и приступим к приготовлению начинки. Итак, вот мы взяли филе, разрезали его по этой стороне, но не до конца. В разрезе оно получается лепешечкой. Сейчас мы ее отобьем, и будет проще заворачивать в нее начинку. Это мы уже отбили. Видите, она достаточно тоненькая, легко в нее все завернется. Продолжаем готовить нашу начинку. Вот наша мелко рубленная зелень. Сейчас мы будем продолжать резать мелко сыр. Добавили чесночные приправы для аромата чеснока. Сейчас мы смешаем нашу начинку. Поперчим наши стыки, которые превратятся впоследствии в рулеты. И посолим. Сейчас я смешаю начинку и буду заворачивать ее в рулеты. Итак, так образом выглядят наши стейки, готовые к скрутке. Начинки у нас немножечко оказалось много, но мы ее можем добавить спокойно в салат из овощей. Итак, наши рулетики готовы к вакуумации. Вот такие красавцы получились. Сейчас я их помещу в пакетик для вакуумации, завакуумирую, и мы приступим к приготовлению их на водяной бане. Мы вакуумируем наши рулетики. Успех любого блюда заключается в легкости и доступности ингредиентов. В нашем случае это курица, рис и зелень. Это все очень легко добыть в нашей полосе. Вот наши рулетики готовы для погружения в чашу. Мы их сейчас погрузим, зальем водой, и будут они томиться у нас на водяной бане при 65 градусах 2,5 часа. Итак, вот мы погружаем наши рулетики в воду, где они будут томиться при температуре 65 градусов в час. Но на самом деле по методу сувид можно готовить и в кастрюле. Также завакуумировать и, допустим, поставить кастрюлю в духовку и выставить необходимую температуру. Просто эта электрокастрюлька, она удобнее. А так, в принципе, можно и в духовке. Хочу поделиться с вами полезным советом. Ну, конечно, этот совет будет очень кстати для любителей метода сувид. Вот это вот у меня сок выделился, когда я готовила бараньи ребрышки, он натуральный. И также выделился, когда я делала ростбиф. Сейчас я это тоже завакуумировала. Я положу в морозилку, и это превратится в лед. И когда я буду, допустим, делать какое-то следующее блюдо, которое должно быть более сочным, я достану и положу вот эти кусочки льда на дно пакета. Потому что когда мы вакуумируем, мы должны контролировать влажность. И чем суше внутри продукт, тем проще вакуумация происходит. Но иногда нужен какой-то все-таки соус. Поэтому вот я сейчас вот это положу в морозилочку. И в следующий раз мы с вами это обязательно используем. А сейчас уже подошло время вынимать наш рулетик. Сейчас мы его достанем и будем пробовать. Все, подошло время доставать наш рулетик. Прозвенел звонок. Сейчас мы займемся этим процессом. Моя кастрюлька открыта. Но я здесь сделала два вида курочки. Вот наш рулетик. Сейчас мы его достанем. Ну, просто так получилось, что курочки было много. Я решила... Так, сейчас мы достаем. Ага, рулетик достали. Мне осталось немного филе. Я его сделала просто в соевом соусе.
Это вообще максимально просто. Мы сюда добавили прованские травы и соевый, ой, извините, и соевый соус. А, поэтому тоже вот вы можете взять на заметку, пригодится. Сейчас будем открывать. Да что ж такое? Будем открывать два пакетика и пробовать будем. Неудобно одной рукой снимать, а другой работать. Итак, наши продуктики готовы к вскрытию. Сейчас будем открывать упаковочку на кусочек. Сейчас я попробую и расскажу вам. Это очень вкусно. Смотрите, какое оно внутри. А это грудка. Грудка, как правило, сохнет. Смотрите, какое оно сочное получилось. Вкусное. Ну и опять же, диетический продукт. Его можно есть как вот горяченьким. Также его можно добавлять в салат. Да даже в тот же самый цезарь. Достали наш рулетик. Вы видите, какой он влажный. Готовили мы его без воды. И сколько из него выделилось жидкости. Ну, бульона, предположительно. Приходится даже тряпочку положить. Сейчас мы его разрежем и попробуем. Ну и вот наш рулетик в разрезе. Вы можете видеть, какой он сочный. И очень вкусный. И опять же хочу заметить, диетический. Ну что, будем кушать. Ну вот, рулетик я попробовала, я осталась очень довольна вкусом. Но этот рулет можно использовать не только в диетическом питании. Его можно и использовать как закуску на стол, допустим. Но к нему мы просто можем приготовить соус. Или даже если вам неохота заморачиваться, вы можете подать майонез, и этого будет достаточно. Хотя, в принципе, все эти блюда являются самодостаточными.